Данил Захаров – постоянный участник экологических конференций. Раньше занимался исключительно научной работой. 2 года назад загорелся идеей создания познавательной настольной игры про Утриш. Сейчас при помощи сотрудников заповедника игра появилась на свет. Так как многие дети не любят много читать, я придумал в форме игры. То, что многие любят поиграть, и так играючи они будут развиваться и узнавать новое и интересное о заповеднике. Во время заключительного этапа научно-практической конференции «Юный эколог-исследователь» выбирали лучшие работы из 11 вышедших в финал. Каждому победителю была вручена эта игра, чтобы они со своими друзьями смогли еще раз изучить обитателей заповедных мест. Именно в игровой форме лучше всего познается природа, уверен Сергей Терентьев. Любить природу – это значит любить свою родину. Это вопросы и патриотического воспитания, и сохранения окружающей среды, и исследования ее. Они углубленно изучают окружающий мир, животный мир, растительный мир. Вы же видите, какая игра была составлена, очень интересная. Действительно, краснокнижные растения, краснокнижные животные, которые сегодня присутствуют в урочище Утриш. На конференции, длившейся целый месяц, было представлено более 50 работ анапских школьников. Все они боролись за право защитить свой труд на краевом уровне, а лучшие из лучших там смогут выступить уже на всероссийских экологических форумах.